За окном каникулы, а в школе работы в самом разгаре. Жители села Займище получают тут знания с 1915 года. И хотя руководство школы старалось поддерживать здание в надлежащем виде, капитальный ремонт столетнему строению необходим. Капитальный ремонт Займищенской средней школы имени Феодосия Георгиевича Светика осуществляется в рамках реализации мероприятий по модернизации школьных систем образования в рамках государственной программы развития образования и науки Брянской области. Общая сумма выделенных денежных средств из федерального, регионального и местного бюджетов составляет более 65 миллионов рублей. Сейчас ремонтируют два здания – старое и новое. Помимо внутренней и внешней отделки, замены коммуникаций, будет закуплено все необходимое оборудование. Благодаря госпрограмме развития образования и науки Брянской области займищенские ученики в новом учебном году – зайдут в современные классы. По состоянию на 15 июня 2023 года освоено около 35% от общего объема запланированных работ. Завершены демонтажные работы, ведется монтаж инженерных сетей, подготовлены полы и стены к чистой отделке, приступили к установке пожарной системы и речевой системы оповещения. Большой опыт подрядчика и правильно организованная работа помогли за короткий срок выполнить большой объем. Сдать школу обещают к началу нового учебного года. Екатерина Пенько, Андрей Шевченко, Евгений Цветков, Григорий Дупанов, Клинцовский район.